До начала нового учебного года осталось не так много времени, и в общеобразовательных учреждениях округа подготовка идет полным ходом. Во многом благодаря средствам, выделенным главой Дмитровского городского округа в рамках подготовки к новому учебному году. Мы решили в этом году заняться ремонтом пищеблока. Все-таки дети питаются два раза в день, и каждый день, да, необходимо соблюдать санитарные нормы. Сейчас заканчиваются уже работы по ремонту. В пищеблоке в нескольких помещениях мы проводили замену плитки, отбивали старый кафель, укладывали новый, меняли расположение оборудования в соответствии с новыми нормами. В осмотре ремонта под Ячевской школы участие приняли Илья Поначевный, депутаты Московской областной думы Александр Орлов и Марина Шевченко. По словам Татьяны Горячевой, основные работы в пищеблоке завершены. Остались небольшие хозяйственные вопросы.